Шестикратный чемпион Европы, четырехкратный чемпион мира. В 2008 году Рафаэль Агаев, поступая на чемпионате мира в Токио, в весе до 70 килограммов стал чемпионом мира. А затем в абсолютной весовой категории, где собираются спортсмены свыше 120 килограммов весом, одержал убедительную победу, выиграв всех своих оппонентов и взял вторую золотую медаль на чемпионате мира в абсолютной весовой категории. Сборную России представляет самый молодой спортсмен. Альберт Будаев, мастер спорта России. Многократный победитель первенства России. Участник первенства мира 2011 года. Город Новосибирск, спортивный клуб «Успех». Делает жест
за площадку, поэтому получает Дзюгай. Предупреждение. Техника не засчитывается. На встречном ударе Рафаэль зарабатывает 5-й балл в этой встрече. Осталось 28 секунд. Очень эффективно на площадке.